Меньше бумажной и рукописной работы. ЗАГСы перешли на электронный формат ведения документации. Это облегчает работу самих сотрудников и упрощает получение свидетельств и справок. По мере включения в реестр ранее составленных актовых записей у людей появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ, свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом регионе страны. Пока реестр не полный, то есть, как я уже сказала, с 1 октября идет наполнение этого реестра вот текущей регистрации, и поэтапно будет туда пополняться сведения актовых записей, которые все органы ЗАГС Российской Федерации переносили с бумажного носителя в электронный вид. Изменился и внешний вид свидетельств о регистрации. Во-первых, они стали формата А4. К тому же у каждого документа будет штрих-код. В содержании документов добавили уточняющие сведения. На сегодняшний день еще дополнена такая графа, как точная дата рождения отца и матери. То есть в документе о рождении ребенка есть отец, где фамилия, имя, отчество, его национальность по желанию, гражданство и дата рождения. Изменился и рабочий график отдела ЗАГС. Теперь нет дней на оформление только каких-то определенных документов. Получить справки и свидетельства можно в любой день со вторника по субботу. Воскресенье, понедельник, выходные. Сейчас вот с населением мы работаем с 8 до 4. А с 4 до 5 все записи, которые составлены сотрудниками нашего отдела, вот с 4 до 5 я их все проверяю и подписываю электронно-цифровой подписью, и данная запись после моего подписания сразу уходит в этот реестр. Сейчас все ЗАГСы работают в одной системе, по единому стандарту и по единым правилам. Специфика программы не позволяет сразу же исправлять допущенные при внесении сведений ошибки. Поэтому сотрудники просят горожан отнестись с пониманием к тому, что специалисты скрупулезно заполняют документы. Это позволяет избежать сделанных в спешке ошибок. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.